Депутат армянского парламента Тигран Уриханян на заседании парламента в среду представил на рассмотрение законопроект, касающийся участников осенней войны в Карабахе. Как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ, Уриханян предложил коллегам отказаться от расходов на депутатскую деятельность и перечислить средства военнослужащим, получившим инвалидность в ходе последней войны. Депутаты по закону получают ежемесячно определенную сумму – 50 тысяч драмов в качестве компенсации расходов депутатской деятельности, отметил армянский парламентарий. Но парламентская комиссия отклонила это предложение. По итогам голосования законопроект не вошел в повестку дня парламента. Уриханян сказал, что его предложение очень четкое. В стране серьезная социальная проблема, поэтому он предлагает выделять из предназначенных депутатам 80 миллионов драмов в год по 50 тысяч драмов инвалидам прошлогодней войны. Это люди в худшем положении. К сожалению, власти проголосовали против моего предложения на заседании комиссии, и есть опасения, что политическое большинство также проголосует против законопроекта на четырехдневном заседании, подчеркнул он.